Третий сектор, как поживаешь? Можно ли на равных разговаривать с властью? Какие будут стратегические инициативы? Сверим часы и пульс времени? Мир вам, я Ханжан Курбанов, это моя гражданская ремарка. На неделе в Дагестане состоялся масштабный форум некоммерческих организаций «Вектор развития». Для справки, третий сектор – это гражданский сектор, некоммерческий, неправительственный, негосударственный. С учетом того, что власть первый, бизнес второй и, собственно, третий – это институты гражданского общества. В Махачкалу съехались именитые и маститые эксперты, гости из субъектов страны, в том числе новых регионов России. Собрался и солидный эшелон местных общественников. На пленарном заседании выступил народный министр, как его назвали общественники, Энрик Муслимов, и отметил, что третий сектор, хоть и активен в республике, но, тем не менее, мы отстаем от общероссийских показателей. Скажем, что в Дагестане чуть больше 3000 общественных организаций, и только 10-15% из них проявляют активность. Остальные лежат юридическим балластом в долгих ящиках юстиции. Тем не менее, именно в Дагестане первым в стране был создан фонд поддержки семей участников СВО «Все вместе», и активно развивается благотворительность. Надо сказать, что благотворительность в Дагестане – это заслуга и традиционных конфессий, которые призывают своих последователей расходовать. Такое явление, как садака, милостыня, с детства знакомо каждому дагестанцу. Этим пропитана культура горцев. Причем садака дается из гуманистических и альтруистических побуждений, чтобы был кири, аджр, суваб. Поэтому Дагестан здесь догнать другим регионам будет сложно, но если это произойдет, мы будем только рады. И, конечно, в первых рядах это благотворительный фонд «Инсан», который является институтом гражданского общества, лидирующим по показателям благотворительности даже в стране. Причем фонд активен и в оказании помощи участникам СВО, доставки гуманитарных грузов в зону решения боевых задач по защите Донбасса. Дагестан и здесь в первых рядах. В республике с февраля 2022 года направил на передовую 8,5 тысяч тонн помощи. Выступивший вице-премьер парламента Сагид Ахмед Ахмедов отметил, что все законы, принимаемые народными избранниками, будут согласовываться с общественниками. Им нужно только заявку подать на участие в обсуждении в народное собрание. Идея, конечно, хорошая, нужно пробовать. Тогда народное собрание на самом деле станет народным. Истинно народным. Вообще, теме обратной связи власти и общества через институты гражданского общества уделялось немало внимания на форуме. Вот на экране слова Владимира Путина в тему «Государство и гражданское общество – естественные союзники в достижении общих целей, главное из которых – благополучие наших людей, конструктивный, содержательный, уважительный диалог между властью различных уровней и представителями гражданского общества всегда нужен и, безусловно, крайне полезен». Но два сектора, имеющих серьезные ресурсы и порой сращенные друг с другом, напомним, это власть и бизнес, в реальности не особо спешат установить этот конструктивный диалог. Много вопросов, обращений, инициатив общественников Дагестана, среди которых общественники уровня эксперт, это философы, ученые, мыслители, практики, патриоты, остаются вне внимания власти. Иногда тотальное непонимание общих целей и стратегий. И знаете почему? Потому что не произошло еще, да и когда могло успеть, не дан залп еще серьезной реформации, когда бы места во власти занимали люди из третьего сектора, заточенные и заправленные правильной идейной закваской, верной идеологией, желанием благополучия для веренного ему народа, а не для себя и своего клана. Я сказал клана? А нет, у нас же, по крайней мере, в Дагестане нет кланов, а есть династии. Один из известных российских экспертов, социолог, политолог, научный руководитель ВЦИОМ Иосиф Дискин посетил в рамках форума Дагестан. Его речь была интересная, но не бесспорная. Мыслитель оптимистичен и говорит о некоем донбасском консенсусе, то есть общественном приятии действий власти по защите русского мира и востока Украины от агрессии киевского режима. Таких, по мнению социолога, в стране 78-80%. То есть это серьезный идеологический остов страны, которую никакие информационные диверсии в принципе не смогут поколебать. Ну, разве что за исключением вербовки некоторых антироссийских и антиправительственно настроенных субъектов из тех около
20% населения страны. Это что получается? Львиная доля россиян поддерживает СВО и осознает, что коллективный Запад все это постсоветское время нас дурил, загонял в колониальное ярмо, лишал нас самости и подсекал наши традиции, измывался над нашей историей и героями путем своего soft power, бил по всем суверенным национальным корням и деконсолидировал страну. Надо сказать, что данные ВЦИОМ и Левада-центра, признанного иноагентом, в принципе, серьезно не расходятся. Эти результаты, 70 с лишним процентов, есть и у негосударственного центра изучения общественного мнения. Если исключить так называемую креативную оппозицию, находящуюся в мегаполисах России, так и выходит, подавляющее большинство россиян поддерживает действия нашей армии и национального лидера. Это еще раз подтверждает тезис, что Москва не есть вся Россия. А если образно, то Москва далека от России. Эксперт форума Иосиф Евгеньевич, один из основателей центристской партии «Единая Россия», которая все эти годы управляла страной и подвергалась нещадной критике внесистемной, да и системной оппозиции. На пленарном заседании форума посыпались вопросы, завязалась даже дискуссия. Общественников интересовало будущее страны и народов ее населяющих, идеология страны, нужна или нет она, с кем мы, как взрастить патриотов и патриотизм, как воспитать будущее поколение, которое уже с измальства было сдобрено западной идеологией, характерными маркерами, которые являются красивая жизнь любой ценой, культ денег, культ роскоши, силы, болезненная заточка на успех, через головы соседей, братьев, соратников, коллег даже, почему бы и нет. Это же коллективный, капиталистический и империалистический Запад. Методички, то бишь наставления социалистического времени, выбросили, а оказалось, там говорили правду. Общественники недоумевают, как при таком вялом идеологическом дискурсе сохранить свою этническую и этнополитическую идентичность, язык, культурные коды. В частности, этими вопросами в дискуссии с Дискиным интересовался философ, член Общественной палаты Республики Мустафа Билалов. Готовы ли мы защищать свой народ не только в Донбассе? Вот в Азербайджане и других бывших республиках Союза проживают и русские, и лезгины, и аварцы. Как их право на культурное выживание реализуется? И еще, игры в дипломатию вроде закончились, красные линии расчерчены, пора четко определиться, кто мы и с кем. Где то самое равенство и братство народов на постсоветском пространстве и внутри страны, о котором нам говорили раньше, да и сегодня преамбула Конституции страны возвещает об этом, напоминая, что мы многонациональный народ России и есть источник власти. Но гражданское общество в этом оркестре слабо звучит в целом по стране. Его инициативы тонут в векторе нерадивой власти и обслуживающего его бизнеса. Наряду с этим интересовали общественников и вопросы грантовой поддержки с федерального и регионального уровня. Как развивать территории и сообща с властью и бизнесом сделать мир вокруг себя лучше и чище. Соответствующие секции работали уже после пленарной части форума. Но самое важное – это то, что назрела необходимость в четкой идеологии. Некоторые общественники и журналисты предлагают проект «Социализм 2.0». Поэтому и несогласность с тезисами Дискина о том, что маркировка идеологии приведет к холодной войне внутри страны. К примеру, вот что пишет на своей страничке ВК руководитель Центра русского языка и культуры Руслан Луговой. Даже в тяжелейших условиях наша интеллектуальная элита не готова провести рубежи, определиться, с кем она. Мол, пока мы внедрим в образование идеологическую программу и вырастим такое поколение, пройдет много времени, и этим мы подорвем стабильность в стране. Больше ахинеи я не слышал даже от откровенных либеральных СМИ. Дискину не видно, что СВО – это водораздел до и после. Что в школьной программе необходимо менять подход преподавания истории. Почему идеология не расколола США, где их идеи главенствуют во всем? Почему идеология либерализма, охватившая всю Европу, не раскалывает общество, а внедряется, начиная с детских садов? И главное, идеология массово уже 30 лет ведется в Украине, а вот в России идеология приведет к расколу и холодной гражданской войне и прочий бред.
Пока такие политологи, как Дискин, будут исподволь определять вектор политики в стране и влиять на определенную повестку, ни о какой консолидации и определенности речь не может идти. Мы не сможем определять свои ценности как таковые на политическом уровне, потому что найдутся те, кто будет эти ценности оспаривать. И на это у них будет право. Наши возгласы о морали, нравственности и патриотизме так и останутся философской демагогией. Главный вопрос, повторяю, не только общественников, но и власти, и бизнеса. Ключевой вопрос элит – кто мы и с кем? Какова наша идеология? На чем мы консолидируемся? Что мы транслируем и что продвигаем? Ради чего мы живем и ради чего готовы умереть? Эти же вопросы волновали и дагестанский третий сектор. Избегал вопроса об идеологии и другой московский эксперт, товарищ Худалеев Андрей, ответственный секретарь комиссии по вопросам информационного сопровождения государственной национальной политики Совета при Президенте России по межнациональным отношениям. Да зачем вам идеология? Вот же в Конституции все сказано. Смотрите, первый абзац, недоумевает эксперт. Странно, конечно. В Конституции все написано, а власть и общество были далеки друг от друга. Конституция есть, а раскол в обществе нарастал, пока донбасского консенсуса не случилось. Элиты продолжали жреть, даже при такой правильной Конституции. А верхи продолжали не понимать. Олигархат в основном никуда не делся, за редким исключением особо ретивых. И то после начала СВО. Зато при этой конституции и партии, вдохновленной Дискиным и его соратниками, образовался новый класс корпоративного госолигархата. Все хорошо, конституция же есть. А наказания и справедливого ко всем равного правосудия пока нет. Есть свой-чужой, определяемый вовсе не патриотизмом и заслугами перед многонациональным народом России, источником власти. Пока вот так. Зато преамбула Конституции есть. Журналист Давид Кумаев конкретизирует. У капитализма есть одна идеология. Сверху идеология наживы за счет эксплуатации населения. Снизу идеология материального успеха любой ценой, минуя все моральные табу и нравственные принципы. Не уверен, что такая идеология может кого-то сплачивать и организовывать в нацию. Тот 1% населения страны, держателей разворованного 90-е годы народного имущества, его можно смело принести в жертву переменам, ибо никакой интеллектуальной, духовной, творческой, управленческой и любой другой ценности они не представляют. При этом коллективные ценности нашему обществу куда ближе, чем индивидуальные. Так что переболели и хватит. Пора возрождать государство и сажать воров за решетку. Пора строить социализм. Дагестан тоже коллективистский. Нам подходит социализм, но с человеческим лицом. Если наказать, люстрировать, создать судный день здесь, на земле, этому 1 или 2% воров, народ только поддержит. Потому что донбасский консенсус скоро кончится. Домой вернутся бойцы, и они составят новый слой российского общества, который не будет мириться с чванством власти и разгулом микро- и макроолигархов. И их отпрысков и кланов. И еще возникает вопрос. А ваши сыновья, уважаемые, сидящие на самом верху, пошли воевать за русский мир, за страну, за будущее? Как во время Великой Отечественной войны шли на фронт сыновья генералов, маршалов и высокопоставленных чиновников, начиная со Сталина. Вот где было равенство. Народ по праву будет жестко требовать справедливости. Когда я задел тему репрессий для врагов народа и воров народного достояния, смотрите Конституцию России, Дискин отпрянул от этой идеи. Когда же привел пример Сталина, мне парировали. Мол, тогда же при вожде народов было очень много врагов, особенно накануне войны, потому и начали репрессии. А сейчас, дескать, у нас аж под 80% поддержки, твердил эксперт. Но, кажется, московский товарищ меня не понял. Эти несколько процентов, якобы сидящих в 80%, просто мимикрируют синдром Иосифа, то есть Иосифа Пригожина, а не Сталина. Когда по телефону с друзьями говорю одно, а по ящику я крутой патриот. Они полагают, что все реформы будут бархатны и не коснутся кровных, ну, воришей.
А после Донбасса все вернется на круги своя, и они продолжат жить как князья при подавляющем большинстве глубинного российского народа, выживающего каждодневно. А гражданское общество должно тоже помалкивать. Получается, после Донбасса ничего не поменяется? Все мы хотим мягко перейти в следующий этап российской истории. Реально хотим, но в реальности так не бывает. Никто добровольно награбленное не отдаст. Пока верховный лидер, товарищ Путин, с нами, еще теплится мало надежда на то, что молот справедливости придет к каждому, кто вредил стране все эти годы, выстраивая свою систему ценностей. А эта система, как бы гласила, для меня и моих друзей все, а для остальных, то есть получается для нас, простых людей, закон, но мы на это не подписывались. Для всех закон. Откройте Конституцию страны, там в первом абзаце все написано. Оставайтесь людьми.